В Петропавловске пожарные предотвратили угрозу взрыва баллонов с газом. Гаражи, в которых находились 4 емкости с кислородом, загорелись в поселке Нагорный. К моменту прибытия спасателей огонь успел перекинуться на соседние гаражи. Из строения вытащили 4 баллона с кислородом объемом до 100 литров. Тушение осложнял тот факт, что рядом с очагом нет естественных источников воды. Подключиться к гидрантам спасатели тоже не могли из-за скрытой проводки. Обесточить только гаражи было нельзя. Пришлось отключить электроэнергию во всем районе. Автоматически перестала работать водонасосная станция. И в гидрантах пропал напор. Поэтому был организован подвоз воды. В результате пожара сгорели 4 гаража, а также поврежден автомобиль, который стоял поблизости.